Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Всем доброго утра. Утра же? Ну да, утра. Доброго утра. Добрейшего утречка. Счастливого, доброго утречка всем. Вы все зайки, вы все солнышки, вы все не спите. Кому-то на работу. Мне тоже скоро, где-то в часик. Батл хорошо. Когда выйдет, не знаю. Вот так вот. Хочу от меня тату. Пожалуйста, приходи и делай. Кто-то уже на работе, да, кто-то только потом пойдет. Пока что я проснулся, у меня вроде как прекрасное настроение. Салам. Что там, Константин? Привет, обнимашка. И Константин, и обнимашка, все в сборе. Скоро у нас будет групповуха в плане обнимания. Я на 5 минут на работу надо. Привет, добавишь, друзья. Раз на работу надо, то это важнее, конечно, чем смотреть на мое сонное лицо. Добавить, друзья. Могу добавить, конечно же. Только как в Инстаграме друзья добавляются. Ты нашла метод? Привет, Анюта, привет, Василиса, привет, Фишер, Мика, привет, Алексей. Пох, смотрю на работе. Во, учитесь, слабаки. Ебало. Мак, не матерись, у меня мать в прямой трансляции может появиться. Она не любит, когда люди матюкаются. Да и я тоже не особо. Салам, Руся. Да здорово, здорово. Дела прекрасны, пока день начинается, они вроде как хорошо. Могут стать плохо. Имел в виду добавить друзья в ВК. Ну, блин, добавься, напиши мне, это я с Инстаграма. Тогда добавлю. И будем друзья, капец. Извините, Руслан Батькович, да ничего. Все же круто. Это я еще соски убрал под одеяльца. А если бы они сейчас светили вам, вот, что бы мне сказали? Да, это было бы очень вульгарно. 18+ пришлось бы вешать на трансляцию. Как там? Урликанский, а то видос. Урликанский как раз вот в Каневской находится. Связь с ним пока отсутствует.
Ну, вроде как, кстати, он мудреет. Мы послепли. Ну, тебе их придется еще увидеть. О, Хлыстиков Иван зашел. Хлыстиков Иван, а вы в списках есть вообще? Вам сюда можно? А, вон я увидел, Никита, это ты. Здорово, накидался вчера? С чего бы я накидался вчера? Нет. Мы сказали, милое кружевное, великолепные соски. Ну прикинь, какая пошлость. Татуха, огонь, спасибо. Ну а выгнутая, правда. Вот так. Она, короче, вот так должна быть. Кому какое дело? В каких? В списках на Версус вы вообще присутствуете, молодой человек? И в списках попасть ко мне в прямую трансляцию вы есть вообще? Или вы на обратной стороне? Манатян, здорово, ты где? Что там вообще в Белоруссии? Что там вообще может быть? Дела у тебя как? Привет из Киева. Привет, в Киев обратно летит. А что пошлого, Русь? Ой. Не задавай мне сложных вопросов так рано. Как пройти на Версус? Ну, блин, на Версус, наверное, в этом случае можно пройти только со мной. Других вообще не знаю, честно говоря, методов. Только со мной. Просто я как мать-утка, и со мной 10 утят должно быть минимум. Я видел, что кинул заявку, братан, все нормально. О, Ника пришла. Через Русину постель. Ага, вот да. Проведешь. Смотря где ты будешь находиться в этот момент. Когда я приеду на Версус, я ж не буду везде орать. Василиса, Василиса, Василиса. Не будет такого. Чего в гости не приходишь? А чего не зовешь гости? Я к Чесу иногда приезжаю. Вы не приходите. А я один, что, приходить должен, что? Ну, приду, окей. Я вообще сегодня существую. Вспомнил, что нельзя такое говорить. Кто-нибудь есть, кто тоже вот так в кровати вообще лежит? И ждет своего часа. Мы, кстати, переезжаем. Надеюсь, не в другой город, а просто рядом. А почему точнее только ты? Вы разъезжаетесь? Вы расстаетесь? Ну, блин, с мужчиной, у которого такие банки, я бы не стал расставаться на твоем месте. О, хорошо. Василиса, не начинай. Ого. Надо пойти морду умывать. О, Лера, здорово. Лера, как там Москва? Никто там больше не спит с тобой? Я лежу у себя на рабочем месте. Да потому что вы... рабы системы, мягко говоря. Я могу прибухнуть на рабочем месте? Вот. Вот такое рабочее место должно быть у всех, где можно прибухнуть. Ждет тебя. Конечно, ждет, ёпта. Твоя кровать, моя кровать. Жопку пристроить я всегда могу у тебя. А.
ну, петух меня не должен больше ждать. Я буду его игнорировать. Странный вопрос, как дип. Как дип? Ну, вроде хорошо. Смотрит «Игру престолов» постоянно и что-то монтирует. Может, он свою снимает. Либо он, может быть, монтирует «Игру престолов», я не знаю. Но, судя по всему, он занят только этим. Сведением и «Игрой престолов». Я вообще не смотрел никогда это. Я смотрю другие сериалы. «Элен и ее друзья», например. Вообще офигенный сериал. Когда батл. Ни один рэпер не знает, когда выйдет его батл. Вообще никогда. Так что я тоже не знаю. Наверное, пора идти умываться и собираться на работочку тоже. У меня на рабочем месте тоже можно прибухнуть, но я, пожалуй, не буду. Лучше так, по-трезвому. Когда треки, когда татухи. Ну, трек я записываю, у меня альбом уже год копится. Я ж не буду, ну, когда кончится, как кончится, так и выпущу. А татухи вот в час пойду делать. Будешь батлить на Реболе? Как получится. Стараюсь много не батлить. Лёха Мей, ты его уделал, почему не было судейства? Вот поэтому и не было, потому что я его уделал, а судьи проголосовали так, что не уделал. И они сказали, не, нахер такое судейство, вырезали его, сказали, что это за херня, типа, почему я не победил. А я победил. Поэтому они решили вырезать судейство и назначить меня победителем. Вынесли мне корону, покрестили меня по королевски мечом. И все было идеально, все было элегантно. Все было потрясающе. Осталось только добавить перца в наши отношения с тобой. Ну, нам этого делать не обязательно. Я, конечно, мужчина, который хорош с собой, но не настолько, чтобы, я не знаю, я потерял нить. По утрам туплю. Мне по утрам нужен какой-нибудь хороший освежающий Ксанакс с льдом, вот так вот. Мама, если что, я шучу, это я не хочу Ксанакс, я не знаю даже, что это. Вообще. Короче, давайте со мной попрощайтесь, я пойду. Я пойду. Вас мало, вы молчите. А я лежу здесь, трачу свою молодость, в то время как мог сожигать идти. Так вот я пойду и буду зажигать, как звезда. Все, давайте, махайте, уходите. Давайте, ребят, все на выход. Чтоб я видел, что у меня там нарисовано ноль. Я пошел. Ты бьешь людям всякий бред, если они его просят. Конечно. Это моя работа, бить бред. Но я их разубеждаю бить бред, и они бьют что-нибудь кайфовое. Но если уж совсем бред, то я такой, ну ладно. И бью. Заявку хоть примешь. У меня нет миллиард рук, чувак. Пил все, общайтесь. Ну вот, наверное, все увиделись, пообщались. Да, нормально вроде. Ну, мы с ним давно нормально общаемся.
Вот, уже 4 человека, 5 человек. Давайте уходите, вот когда будет 0, я тоже уйду. 4, давайте вы уйдете. Давайте, валите, отключайтесь. Я прогоняю вас всех, проваливайте. Давайте, кэш, 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 кэш. Разбежались, разбежались, разбежались. Быстрее, быстрее, быстрее. Короче, я, наверное, сегодня вернусь со своей трансляции, только уже статус салона. И буду вести что-то отдельное. Ты остаешься тут жить? Тогда сейчас мы с тобой прямую трансляцию на двоих подключим. И скрасим наше утро дивным общением, от которого ты не останешься ни в восторге. Дедукция, конечно, не мое. Что-то никто не уходит, а только приходит. Сука, я хочу уйти отсюда. Не, ну серьезно, на батл проведешь за деньги. За деньги. Почему же за деньги? За язык тянется, что? Целовал. Чувак, что значит целовал? Может, я хотел написать целлофан и ошибся? Бло, умеешь убеждать? Пойду поем, хорошего дня. А я тебя найду. Целовался с хосом? Да. А что, по мне не видно, что ли? Конечно, целовался. Я много с кем целовался. За жизнь. Ой, очень много. Человек 100, наверное, перецеловал. Человек. Ну, если женщину можно за человека считать, то 100 человек. Да не, я ориентировочно, я даже не помню сколько. Ладно, давайте. Доброго утреца всем.